Казахстан в третий раз примет участие в музыкальном конкурсе Junior Eurovision. Это вновь стало возможным благодаря тому, что агентство «Хабар» является ассоциированным членом Европейского вещательного союза. В этом году проект поддержал Министерство культуры и спорта. Представителя нашей страны определят 26 сентября в прямом эфире телеканала «Хабар». А пока участники готовятся к финалу национального отбора. До национального отбора, который пройдет в конце сентября, остались считанные дни. Жан Маким в числе 12 участников конкурса. Свои 11 лет он уже успел покорить сердца зрителей соседних стран. Он участвовал в таких известных конкурсах, как «Голос дети» и «Next». В репертуаре подростка есть песни разного формата, направлений и стилей. Все свое мастерство Жан теперь мечтает продемонстрировать на Junior Eurovision. Я стою... Делаю все домашние дела, иду кушать, затем дистанционное обучение, затем иногда, может быть, вокала, иногда фортепиано и вообще все остальное. И наоборот же. Затем мы с семьей гуляем. Я горжусь собой, то, что я прошел пока что финальный отбор. Ну, я имею в виду по там, 12-ку. И я очень рад. Я верю, что у меня все получится. Небеса подарят, любовь и там. Ежедневные репетиции – ключ к успеху. Жан Маким в этом не сомневается. А чтобы его голос был невероятно гибким и выносливым, свою лепту вносит тренер по вокалу. Жан пришел ко мне 2,5 года назад. Маленький, такой хрупкий, тонкий очень мальчик. Очень музыкальный, влюблен в музыку бесконечно, потому что вот бывают дети такие, ну просто любят петь, а он живет этим. Мы постоянно в форме, потому что Жан все время работает, все время трудится. Помимо того, что он занимается вокалом, он пишет очень много каверов, играет на инструменте, сочиняет аранжировки, пишет уже в этом возрасте. В этом году участники нацотбора исполнят песни разных композиторов. Таковы правила. Участница конкурса Сания Алтынбекқызы надеется покорить своим талантом членов жюри. Я очень хочу поехать в Польшу и представить нашу страну на весь мир. Это, наверное, мечта моего детства и вообще всей моей жизни. Я хочу отметить, у Сани есть в голосе, я бы сказала, такая благородная сдержанность и глубина. Она, несмотря на то, что она ребенок, умеет передавать глубоко драматические вещи, те, которые не совсем по плечу, непонятны ребенку, она это может сделать. Я очень сильно верю в ее этот талант. И, ну, не только, конечно, она драматические, она и лирические, очень хорошо песни поет, и быстрые, заводные, и зажигательные песни поет. В состав жюри национального отборочного тура детского конкурса вошли известные отечественные продюсеры, певцы и композиторы. Представителя нашей страны определят уже 26 сентября на телеканале «Хабар». Шапағат Қуатбекова, Эдуард Кон, Радик Джакупов, Алматы.